Итак, братюни, сестрюни, друзья, подруги, продолжаем прохождение Shadow of the Tomb Raider, часть 2. Играем на PS4. Так, вижу тут как раз очередную ловушечку. Интересно, ее можно порезать как-нибудь? Походу, это глупая идея, в нее стрелять? Нет. А, перепрыгну просто, да и все. Так, 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 бежим, бежим, бежим вперед. Прыгаем! О, блин. Блин, какая она рисковая все-таки, Талара. Платформа застряла. А я бы туда не полез. Я еще раз повторяю, я высоты боюсь, ё-моё. Так, продолжаем. Чё ж тут делать-то надо? Так, вот эта штука, судя по всему, она крутится, да. Чё нас вращает? Вон ту платформу. Так, и чё? И ничего, и... Просто вращает? Да, значит, придется думать, что ж тут делать. Так, ну, остановимся, пойдем разберемся. Так, что тут? Ящички, ящички надо собирать. Оружие улучшать. Так, вот, что-то там сверху болтается. Надо это снять. Надо. Опа! Голоса мертвых, опа, 10%. О! Так, пойдем-ка сюда, к этому. К этой тележке. Так, что тут, ничего полезного нету? Ладно, значит, потащим эту тележку. Пакса уперлась. Так, ее, значит, надо, допустим, выбросить куда-то сюда. А куда еще? Что-то там все гремит. Ладно. Попробуем. Пробуем. Но платформа крутится. Чё? Она чё? Я же вроде её повернул. Блин, ладно, еще раз попробуем. Так, поворачиваем, поворачиваем. Вот как надо, выстрел. Вот. Так она поворачивается обратно. Чё-то надо с ней делать. Ну, значит, откачу, попробую назад. Так, откатил ее обратно, ставим. Она опять развернулась. Может, ее чуть запасом повернуть надо? Так. Немного запас сделали. Она вообще в другую сторону развернулась. Так, так, крутим, крутим. Ну и что? Вообще никак. Что ж с тобой делать-то, а? Что ж тут придумать? Так. Там вверху лестница, значит, мне нужно как-то туда забраться. Что-то там где-то гремит, и я вот не могу разобрать, где что там гремит. Так. Ну, отодвину я ее, и чего? Все равно ничего не даст. Так, пойдем-ка опять наверх. Все равно на место встает. Да чё ж ты будешь делать-то? Кручу, верчу, запутать хочу. Давай, крутись. Вот оно встало. Кажется, я понял. Надо вон туда вот выстрелить, натянуть ее и потом отпустить. Попробуем. Может, что-нибудь получится. Так, давай. Кручу, верчу, запутать хочу. Кручу, кручу. До полной остановки вам крутить, пока не остановится. Давай, 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 давай. Оп. Все. Так, теперь давай будем ее резать как-то. Так, есть ножик? Есть. Вот. Ну-ка. Ну вот. Прям как доктор прописал. Все, платформу сбили. Так, пошла движуха.
Теперь мне надо перепрыгнуть и зацепиться за ту лестницу. Значит, мы побежим вон там по правой стороне. Так. Так, теперь надо вон на ту лестницу запрыгнуть. Так, прыг, скок, все. Я забрался. Так, что там у нас дальше-то? Пирамида. Идем вверх. Так, полезного я вижу ничего тут нету. Стоп, что-то есть. Надо забрать это. Так. Ага, пойдем дальше. Стенка, двойной прыжок. Полезли. Так, ты, эти летучие мыши, они как пугают, а? Так, теперь надо, походу, вниз спускаться. Там. Так, стоять. И спускаемся, спускаемся. По канату. Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит «Серебряный ларец». Ишчель. Ее хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот, что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. Я нашла кинжал. На нем есть надпись. Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец. Давай все. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Охотничья повыше. Луна. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. Они скоро будут. Кто? Доктор Домингес и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Тогда начнем осаду. Да, для этого и нужно подкрепление. Ну и пускай прибывает твой Домингес. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Стену с плечом. Надо убедиться, что можно у них прятаться. Сейчас я тебя сниму. Так, треугольник. Оп! Тихо, убийство. Как там дела с насосом? Да нормально там все, не переживай с насосом. Так, что, сюда не, никак? Ладно, будем как. Ты закончил с насосом? Так, что тут, куда тут идти-то? А? Насос. А, вон туда пойдем, давай. Пошел, время дурачиться. Да он отдыхает, он не дурачится. Помоги, устал, мужик. Так, сейчас они, походу, начнут там свидетелей. А свидетели будут устранять. Живых не оставлять. Предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен.
Как думаешь, что здесь? Не знаю. Но говорят, приборы тут зашкалят. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир Рур. Мы будем готовы. К нам инспекция, готовьтесь. Есть один готов. Черт, не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Так, надо снять их, этих что уродов. Это там у ворот? Отвлекаем что того. Что это было? Я посмотрю, в чем дело. Что тут происходит? Доминг, буди. Понял. Подозрительно это все. Вот и готов. Так, надо сразу обыскать этих уродов. Потому что у них всегда есть полезные патроны, какие-нибудь запчасти. И все с собой таскают. Так. Что тут? Больше ничего полезного нету. А вот что-то лежит. Так, патрончики, все это надо забрать. Пойдем наверх. Надо спешить. Тот, который ближе всех, его сразу не заметит. Готов. Понял. Обстановочка просто супер, если ты там интересуешься. Собираем. Все еще плохо лежит, то забираем. Блин, нахера я так сделал? Надо наверх, ладно, лезем наверх. Теперь главное не спалиться этим уродом. Так, что тут полезное что-нибудь? Топливо для осады. Да, прибыли 5 минут назад. А это нормально оставить их у стены? Я же говорю, их только что привезли. Потом перенесем их поглубже. Хорошо. Нам совсем... Черт, берегитесь! Господи, он там заволочь что-то? Что-то не так. Тут окей. Держитесь рядом! Прием! Мы видели столб огня! Контакт подтверждаю! Это гроб! Открыть огонь! Как вы меня спалили? Она нужна, Домингесу, живой! Живой. Она убивает наших. Твою мать! Вас понял. Вижу цель. Сука, куда ты бежишь прямо на меня? Камикадзе. Во всех частях эти камикадзе. Отчаянные ребята. Вот тут вот. Ах, опять еще один. Держи. Свинца тебе. Надо нырнуть от этой бомбочки. Но тут хоть есть автоприцел, это намного легче. Во второй, в первой, второй части такого не было. Постоянно целиться приходилось. Или может был я его не включил? Но потом в настройках, наверное, по умолчанию выключил. Ну ах ты, камикадзе гребаный, держи пулю. Ну, вроде бы всех замочили. Пойдем посмотрим сверху, как тут дела. Есть что тут такое? Ничего интересного. А, вон что-то лежит, надо посмотреть. Опыт 15%. Ой, бутылка лежит. Ну, сейчас из нее коктейль Молотова не сделаешь. Из этой бутылки, потому что у меня ингредиентов нет. Так, чё там лежит, сюда иди. Забираем все, что плохо лежит. Ну, патрончики нам всегда понадобятся. Так, обчистить карманчики, карманчики чистим.
Так, тут все по максимуму, карманчики. Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Серебряный ларец. Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно. Ебона мать! Надо когти рвать оттуда. Надо так уж, а, и убежишь оттуда. По-любому эта штука оторвется. Но, ну да, как я и говорил, всегда все отрывается. Так, будем маневрировать вправо, там влево, вправо-лево. Классно. Ей бы это. Что нам? Доску для серфинга. Я вообще четко было бы. Главное тут не начнем нарваться, тут сразу кердец придет. Какого хрена, блядь? А, бибика летит. А, здание валится, все. Ой, придется плыть и долго плыть. Куда?
Куда здесь плыть-то, блин, все висит. Что, ниже спуститься надо, что ли? Воздух, воздух, воздух. Вот и всплыл. Надо забраться повыше. А не то слово. Прыгаю, прыгаю высоко. Все валится, как всегда. Ну ладно. Прыгаю. Оп. Наверх. Лезем. Да, блин, все как всегда валится. Я не удержусь. Я не хочу упасть, спасите меня, я не хочу упасть. Мама, мама, где ты? А, мама. Все, упала она, короче. Ладно, прыгаем. Все, наверх идем, сейчас залазим.